Ты знаешь, какие деньги получают игроки за теннисный US Open? Нет, не знаю. Только за то, что ты попадаешь в число участников турнира, и даже если проиграешь свой самый первый матч, тебе дают чек на 39,5 тысяч долларов. Ничего себе, это же целая годовая зарплата для многих американцев. А сколько же тогда получает победитель? Ты, наверное, и не поверишь победитель получает больше трех миллионов. А тот, кто ему в финале проиграет, получит больше полутора миллионов долларов. Теперь-то я понимаю, почему они так радуются, на корт падают, целуют его и катаются на нем после победы.